В ночь на среду в Иванове под колесами иномарки погиб пешеход. Трагедия произошла около 2 часов на улице Лежневской в районе дома 59. Мужчина уже практически перешел 4-полосную дорогу, когда его сбил автомобиль Kia. От полученных травм пешеход скончался. Проезжую часть он пытался пересечь в неположенном месте, неподалеку от светофора. Как сообщают сотрудники госавтоинспекции, погибшего мужчину до сих пор никто не опознал. На вид ему около 30. Со слов водителя, управлял он транспортным средством в условиях дождя, то есть шел небольшой дождь. Пешехода было не видно, поскольку он был одет в темную одежду и сливался с проезжей частью. И поэтому мы еще раз хотим напомнить пешеходам о том, что в условиях непогоды, в условиях дождя, сейчас осенью, особенно необходимо носить светоотражающие элементы в одежде и соблюдать требования правил дорожного движения, переходить дорогу в установленном месте.